Ну, видно, закрывается вот там. Вообще никак не вообще. Кирилл, да тут ничего. Видите? На 300. Вещает, да? Там больше половины закрылось. Говорят, нельзя смотреть это. Надо гиск сказать. Мне уж позвонили. Иди скорее, гиск бери, я выбей, возьму. Блядь, я понял. Но... Даже через очки. Мам, видишь? Да я прищурила глаза. Здесь лучше. Так. Через 26, да? Ой, как я видела. 2 часа. Это пик, сколько будет? Интересно, а на телефон будет? Она уже 7-го. Посчитаться, нет? Вот, без 20 будет ровно. О, смотри, даже нашел краску. Ну, будем стрим показывать. Через 10 минут она вообще закроется. Еще не там внизу есть, не бита. Большая. Посмотрите. Снимайте, снимайте. Надя. А не видно ничего. Нет, не надо выше, а выше настроить, настроить. А ты настройся. Обалдеть. Видишь? А где очки? Кому я дала очки? Вот, видишь? Вот, сейчас, во, видно. Во, видно, смотри. Нет, через диск хрена. Надь, дальше через сердце. А, вообще хорошо видать. Ты вон проходит. Через маску. Ладно. Прикольно, что кошка совсем не расстраивается по этому поводу. Закрыться. Косой. Очень хорошо видно. Рефлексом на стекло зашлось. Красиво.